Привет! Это программа «Дело по плечу», программа, в которой мы рассказываем о профессиях и людях в этой профессии. И сегодня у нас очень необычный выпуск, необычный он потому, что вы каждый день видите результат работы этих людей. Для того, чтобы узнать, кто такие печатники, мы приехали на фабрику рекламы. И сегодня будем узнавать все о печати. Пошли! Рассказывает мне сегодня о работе печатника, о том, что в Сарове можно напечатать, и, кстати, главное, где это можно сделать, будет мне Алексей. Привет. Привет. Идея пришла 10 лет назад, а вот с тех времен я и занимаюсь этим делом. То есть 10 лет назад, грубо говоря, у тебя уже было вот это все, или с чего ты начинал? И что-то было первое, что-то было второе, что-то было третье и так далее? Я немножко поучился в Нижнем Новгороде, приехал сюда, поработал в другой фирме, там поработал, поучился и решил, что мне нужно это. То есть я решил свою жизнь связать вот с, именно с производством рекламы. Самый главный станок, который занимает больше всего места, что это и для чего это? Этот станок предназначен для печати большого формата баннеров. Это те, которые висят на улице. На билбордах. На билбордах, да. Так. А вот дома у кого-то стоит струйный, у кого-то еще, наверное, даже матричный, наверное, находится принтер. Вот это принтер, только большой, печатает он на особой бумаге, которая называется баннер. Вот так-то она выглядит. Это очень плотная, непромокаемая, и выгорает, и не теряет свои свойства под ветром, дождем и солнцем. Так как происходит печать здесь? Приходит клиент, приходит с флешкой. Если у него готов свой макет, а они заряжают свой макет в компьютер, который стоит сзади этого принтера, а макет уходит сюда, на этот. Ну, то есть, грубо говоря, это все то же самое, как и дома печатается. Как домашний принтер, собственно, да. Только особенность в том, что печатается. Да, да, большой формат. А4 формата, я понимаю, все печатали. Даже кто-то, может быть, А3 печатал. Вы когда-нибудь печатали? Баня. Круто. Пробуем? С виду обычный принтер, ну большой, ну печатает на баннерной ткани. Но пока мы вставляли основу для печати, пока вымеряли ее и подтягивали, я понял одно. Без опыта и знаний по работе с этим агрегатом к нему лучше не подходить. И как вы понимаете, я сделал что-то не так, и Алексею пришлось все переделывать самому. А, еще раз вытягиваем его, потому что кое-кто накосячил, и это не он. А, надо сначала выставить. Мануал. Enter. Это мы определяем стартовую позицию. Надо так протестировать головку, так, посмотреть, как полностью ли все дюзы работают, угу, печатают ли они. А это вот эта вот такая цветная маленькая полосочка? Ну да, идет полосочка вот эта вот маленькая. Надо убедиться, что она так нормально, так, качественно. Как это делается? И обнаружили здесь маленькую дырочку. На голове пылинка просто застыла, надо включить автоочистку. Есть еще прикольная фишка, стара как мир, наклейки на автомобиле. Чудесные. То есть можно заказать любую наклейку? Абсолютно любую. Даже с голыми тетями? Абсолютно. Как делать наклейки? Что? Берем пленку. Так. Подходим к плоттеру. Пленка, что такое из себя представляет пленка? Что за материал? Пленка – это самоклеющаяся пленка. Так. Она находится на основе, на бумажной. Заправляем ее. Да, надо ролики поставить. Примерно то же самое, что делается на большом, да, принтере, да, только на маленьком. Да, да. Скоро зима, уже душа просит горки, поэтому давай какого-нибудь сноубордиста распечатаем. Сам аппарат сам еще и вырезает по контуру. То есть там находится маленький нож, он опускается и вырезает тот контур, который нам надо. Мне кажется, это очень классно. Если клиент пришел и он говорит, что вот мне надо конкретно такую картинку, то минут 15. То есть можно говорить о том, что здесь такое экспресс-обслуживание можно получить? Да, да. Жизнь у печатника не самая плохая на самом деле. Если есть свободное время, а его, кстати говоря, в принципе достаточно, потому что поставил на печать вот такой вот баннер, а он печатается минут 15-20, можно либо сделать другую работу какую-нибудь, а можно чутка полениться. Я из тех, кто выбирает второй, конечно же. Ну, тут очевидно. Картинку сноубордиста мы загнали в программу. Алексей у нее убрал лишние элементы.
которые бы потом вырезались. Дальше что, Леш? Можно резать. Можно резать? Понеслась. Сейчас я вам все покажу. Сейчас, наверное, так вот не особо видно, что там происходит. Но здесь происходит магия. Отдай. Отдай. А там есть... Я ее опустил. Нет, поднял. А-а-а. Итак, если вам кажется, что здесь ничего нет, вы ошибаетесь, потому что здесь находится целый сноубордист. Вот ты видишь контур? Да. Вот. Теперь надо его выдрать. Выбрать. Помните, где-то там в программе я сидел на табуретке и такой говорил, что заняться нечем. Это я просто еще не добрался до контурной резочки вот этой вот. Теперь, как видите, рисунок проявился. Это прям класс. Алексей говорит, что вообще, конечно, есть еще специальный человек, который умеет наклеивать потом вот эти все тоненькие грани, чтобы они не заломались и так далее. И он сказал, что это я. Работу печатника на производстве можно назвать многостаночной, причем и в прямом, и в переносном смысле. На фабрике рекламы один человек занимается и контурной резкой, и печатью уличных баннеров, и печатью для помещений, и еще много-много чем. То есть он один, а станков в его ведении 4 или даже 5. И в то же время он обладает навыками для работы на всех этих агрегатах. И это тоже можно назвать многостаночностью. Я тут, конечно, себя мастера Йоду изображаю и силой мысли двигаю головку большого принтера. Ну, ребята мне подсказывают из-за камеры, что если моя рука туда попадет, то принтер не вздумает даже остановиться. Он скажет, давай, давай, еще одну. Это все заказы срочные, а не всегда срочные. То есть у тебя праздник, и тебе к празднику надо напечатать баннер огромный. Или кучу огромных баннеров. И отложить их на следующую неделю, на другой день невозможно. То есть заранее практически никто не приходит? Нет, нет. Всегда нет. Надо, вот нам надо да, сегодня. Да, да, надо сегодня. Вот у нас завтра день снега, и нам завтра нужен баннер. Привет всем, кто организовывает день снега. А есть кто-то, вот действительно клиент, который предусмотрительно подходит к вопросу, блин, мне надо через месяц, у меня будет мероприятие, мне надо напечатать. И вот за месяц идут. Кирилл, это фантастика. Фантастика. Такого не бывает. Ну что ж. Леш, с чего начинается ламинирование на гигантском ламинаторе? С чего начинается родина? Я так понял, что здесь, в общем-то, технология на самом деле принципиально не меняется от принтера к принтеру. Будь то ламинатор, будь то баннер, будь то интерьерные печати и так далее. Есть шкив, на котором натягивается полотно, на котором печатается, ну а дальше все, грубо говоря, заправляется и проходит с печатью. Правильно? Ну, в общем-то, да, да. Да, ничего не спутал. Так вот и все, что ли? Да. Кнопки для того, чтобы можно было его нагреть. Друзья, полнейшее разочарование. Первый раз за мою программу. За все время, сколько мы снимаем программу, я, Алексей, значит, заправился. Тут, все, тут компрессор поработал, тут ручку опустил, значит, думаю, ну... Сейчас я нажму кнопку какую-нибудь, и начнется процесс. Он говорит, все, закончили. Он просто руками взял и протянул, все. Проще сказать, чего не делают на фабрике рекламы, чем описать весь перечень услуг и работ. Ну, кроме очевидных баннеров всех размеров и цветов, тут можно заказать и вывески, и таблички, и буклеты, наклейки, информационные щиты и даже самые нестандартные конструкции из практически любых материалов. Всю подробную информацию можно получить по телефону 781-81. Алексей. Мне на самом деле очень понравилось у тебя здесь на производстве, действительно интересно, действительно очень необычно. Вопрос, который задаю всегда в конце своей программы, возьмешь меня к себе на работу, если я вдруг захочу сменить профессию? Ну, чуть-чуть походишь, наберешься, и дело тебе будет по плечу. Спасибо большое. Давай, увольняйся с телека.